Рецепт грибной фарш. Приготовление фарша из грибов, крекеров, петрушки, сыра, сливок, тимьяна и эстрагона. Фарш можно использовать в качестве начинки для рыбы. Измельчить чеснок. В большой кастрюле на среднем огне растопить сливочное масло. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь о составе нашего блюда. Сливочного масла 6 столовые ложек, лука 1/2 штуки, грибов 240 грамм, чеснока 1 зубчик, лавровый лист 1 штука, тимьяна 1/2 чайных ложки, эстрагона 1/2 чайных ложки, соли 1/4 чайных ложки, перца 1/8 часть чайных ложки, жирных сливок 1/2 стакана, крекеров 16 штук, петрушки 2 столовые ложки, сыра пармезан 3 столовые ложки. Количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита! Приходите еще!